Всем привет! Продолжаем показывать работы выставки современного искусства Ирарта. Временная выставка называется «Вечное движение». Это выставка латвийских художников из коллекции Раиса Забиса. Ну что, интересные работы, конечно, есть смысл посмотреть. Все участники, представленные здесь на временной выставке, это выпускники Латвийской академии художеств. Надо сказать, что их работы достаточно хорошо известны в профессиональных кругах уже на протяжении многих лет. Здесь представлены работы Дайга Круза, Лигел Кемпи, Акиц Якобсен, Каспарис Перскис, Даци Делини Липская и Эльгварс Заланс. Ну, теперь немножко про художников, как вот написано в анонсе, как я нашел в интернете. Художник Ильгварс Заланс уделяет особое внимание выразительным свойствам живописи, видя в этом основную творческую задачу. Надо сказать, что он художник-самоучка, классическая масляная живопись. Лига Кемпи – это художница, в своей работе сконцентрирована на технических аспектах работы. Ее живопись строится из множества красочных слоев, которые автор процарапывает, лакирует, шлифует, полирует, добиваясь некого такого глянцевого сияния. Действительно интересная работа, если близко подойти к картине, то есть вот она какая-то такая неординарная. В ее картинах есть место размышления о женской доле, какие-то темы межличностных отношений, человеческой судьбы. Следующая художница Даци Делини Липска. Тоже, естественно, но она же женщина, она интересуется женственностью. Ее картины написаны многоцветными яркими мазками, изображают сложных, незаурядных персонажей. Вот здесь представлена недавняя работа, посвященная женщинам народности Суиты и Сетту. Это группа этническая, проживающая в западной части Латвии, на юге Эстонии и России. Каспарс Перскис. Работа выполнена в монохромной гамме. Художник предпочитает черный цвет, насыщенные оттенки серого. Его работы, скорее всего, минималистичные, но тоже интересные работы. Акиц Якобсен возвращается к классическому жанру портрета, который на протяжении многих столетий служил не только зеркалом, отражающим социальный статус и достаток модели, но и пространством для самовыражения и размышления автора. Ну, вот так написано в анонсе. Разнообразие творческих методов, которые продемонстрировали здесь художники из Латвии, подтверждает, что в наши дни живопись действительно она многообразна, многогранна, многопланова. Практически каждый может найти в ней что-то для себя. Действительно, ну почему не попробовать что-то такое потворить? В хорошем смысле слова, конечно. Взять и что-нибудь нарисовать. Вот у меня до сих пор мучит мысль, я хочу сделать одну картину, она у меня уже вот в голове просто висит, но что-то вот никак руки не доходят. Вот, наверное, надо все бросить и попробовать что-нибудь порисовать. Вдруг получится. Но если даже и не получится, да и ничего страшного. Здесь же вот написано, что многоплановая живопись. Практически каждый может найти в ней что-то для себя. Это действительно так, я не шучу. Ну, это мое большое отступление, маленькая ремарочка вот по теме. Так что вот такая выставка в Ирарте, выставка латвийских художников из коллекции Раиса Забиса. Ну, вот я вам показал, вдруг будете, посмотреть, она пока еще вроде как идет у нас в Ирарте. Все, всем пока, всем привет, до свидания.